Сложнейшую операцию провели сегодня в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии. Без единого разреза пациенту удалили доброкачественные образования в желудке. В мировой практике этот метод используется с 2002 года, и вот сегодня его впервые применили казахстанские врачи. На операционном столе житель Южно-Казахстанской области. Более 2 лет он наблюдался с диагнозом доброкачественная опухоль желудка. Еще немного, и это могло привести его к раку и сложному хирургическому вмешательству. Однако этого избежать удалось. Впервые в практике казахстанских врачей пациенту была сделана эндоскопическая операция, то есть без разрезов на коже. Раньше нам приходилось делать глубокие разрезы, теперь мы можем обходиться без них. Для нас это очень важно, ведь такие операции приводили к инвалидности. Операция по новому методу длится от 2 до 4 часов. Она проводится под наркозом. Секретом ноу-хау отечественные специалисты обучались в Америке, Южной Корее и Турции. На это у них ушло 2 года. Приобретенный опыт, инновационное оборудование и специальные инструменты из Японии открыли для них новые большие возможности. Мы проходили обучение за рубежом, теоретические, практические навыки. Буквально в декабре вместе с нашим коллегой, заведующим отделением эндоскопии Российской Федерации медицинского центра, мы провели ряд процедур, операций с положительным результатом. И на сегодняшний день мы можем сказать, что наш центр готов выполнять такие операции. При таком лечении выздоровление наступает намного быстрее, а операция переносится гораздо легче. Теперь казахстанцам не нужно будет выезжать за границу, чтобы получить высококвалифицированную помощь. Марал Аманжолова, Батырбек Адильбеков, Астана.